Всем доброе утро из нашего солнечного компаунда Лагуна Виста Резидент. Сегодня мы остались дома, гуляем по местному. Ветер сегодня очень сильный был утром и такой достаточно прохладный. Вот на солнце стоим жарко, а на ветру было прям, знаете, по-зимнему. Вчера был очень теплый день, Андрюша опять купался. А все, кто любит путешествовать с комфортом, предлагаем вам VIP-трансфер в Египте, который быстро и комфортно доставит вас из аэропорта в отель, из отеля в аэропорт. Марса-Алам, Шарм-эль-Шейх и Хургада, обращайтесь! Ну а как же всеми любимая Турция? И здесь наша транспортная компания подготовила для вас комфортабельные машины Mercedes. На выходе из аэропорта вас встретит водитель с табличкой, поможет поднести багаж. И в удобстве, с Wi-Fi, сладостями и напитками, если понадобится детскими креслами, вы быстро доедете в свой отель. Цены на нужный вам регион и отзывы туристов, которые уже воспользовались трансфером, вы найдете в описании под каждым видео. Дружочек наш ухаживает за территорией. Вчера в Альбатросе тоже гуляли долго вечером. Так хорошо было. А потом зашли в соседний магазин. Ой, какой же он атмосферный, ребята. Просто хочется отдельно снять тоже видео. Такой, знаете, там раритет представлен. Сейчас маленький отрывочек ставлю видео. И все-таки полноценный ролик сниму. Очень доброжелательный там продавец, и для него тоже хочется, знаете, как-то, может быть, вы увидите информацию про его магазин и захотите тоже к нему зайти, что-то, может быть, купить у него, поэтому обязательно отсниму, посмотрите. Что, ручки грязные? Да. Ну так ты же упал. Давай я наберу поливалочку. Сейчас воды вот здесь наберем в бассейне, сегодня немножко грязноватая вода. Давай сливать буду, ручки подставляй, будем сливать, давай. Вытягивай ручки, чтобы я на кроссовки тебе не налила. Вот, давай сейчас помоем ручки аккуратненько с тобой, вот так. Мой маленький садовничек, мой труженик. Снимаю уже, наверное, в 20-й раз, но мамочки они такие. Куда мушка поплыла, покажи. Туда поплыла? Ты ее посадил в водичку? Да? Водичка теплая, как ты считаешь? Уже водичка потихоньку прогревается в бассейне. Конечно, если здесь жить, допустим, просто на зимний период приезжать, то, сделав современный ремонт, я думаю, вполне таки все удачно будет и приятно будет жить. Много и однокомнатных квартир здесь, поэтому, ну, здорово. Я бы здесь, конечно, в зимний период вот так с удовольствием бы приезжала и жила. На данный момент комплекс, ну, достаточно спокойный. Людей вообще очень мало, практически никого нам и не слышно. Посмотрим, что будет летом. Меня немножко пугает это, потому что представляю, что местные приедут на отдых, что будут тут сидеть в бассейне. Не знаю, как я буду это совмещать с нашими прогулками здесь. Ну, в любом случае, посмотрим. До лета еще нужно дожить здесь, поэтому не знаю, как жизнь повернется. Здесь ли мы останемся, либо поедем обратно в Грузию. Время покажет. Ой, фикус Бенджамина красивый. Боже, у нас дома такой точно растет. Как я его люблю. Я, кстати, в Батуми тоже такой фикус от водочек сорвала, укоренила. Мы посадили в горшочек, а потом уехали. Колючка. Видишь, колючий кусочек пальмы? Не нужно. Аккуратно нужно. Боже, какие они красивые. Тут, конечно, видите, ухода не хватает. Было огромное дерево, высокое. Спилили его. И теперь вот так от водочки. Да, был бы, конечно, это мой участок. Я бы тут такого разворотила. Озеленение, красоту бы сделала. Да. Очень хочется, конечно. Я бы с удовольствием бы здесь свой участочек бы вот так вот на первом этаже. А сейчас мы вам покажем наше апельсиновое дерево. А если вы ищете, где заказать экскурсию из Шарм-эль-Шейха или Хургады дешевле, чем у гида в отеле, переходите на наш сайт questvoyage.com.ua и оформляйте заказ за одну минуту. Мы застали наше апельсиновое дерево, когда оно цвело. Это был неимоверный аромат. Можно было стоять вообще в конце бассейна, вот там его было слышно.
Я думала, что это такое? Шла просто по запаху. А это, оказывается, апельсина, друзья. Вот уже, смотрите, плоды завязались. Вот они. Уже завязались плоды апельсины. Посмотрим, когда же они поспеют. Но очень быстро выросли. Красота, конечно. Здесь вот эти кусты, желтые кустарники, просто невероятный такой эффект создают. Очень красиво. Все цветет. Очень быстро все здесь, конечно, растет. У нас недавно буквально подрезали красиво цветущие фуксии. Это, по-моему, такие были прям увесистые лапы. Свисали с заборов. Красота такая была. Все подрезали под корень. Я аж расстроилась. А сейчас смотрю, уже отбили. Буквально за неделю, за полторы отбили фуксии. И уже даже некоторые цветут. Давайте сейчас пойду, покажу вам. Пошли, Андрюш, покажем всем фуксию. Пошли. Проходи сюда, проходи. Пойдем покажем всем фуксию. Где цветет фуксия? Ты знаешь, где фуксия цветет? Может, то, конечно, и не фуксия. Поправьте меня, кто разбирается. Ну, а мы пойдем вам покажем наш любимый цветочек. Пошли, Андрюш. Я вот все время хожу и думаю, в каком бы уголочке я бы выбрала для себя первый этаж, если бы жила здесь. Вот тут хорошо, но здесь такое, знаете, угловое место, продуваемое. Хочется вот так как-то посерединке, чтобы было. Вот наши подрезанные фуксии возле забора уже вот так отбили. Очень быстро. Не зря говорят, что здесь сезон овощей, фруктов такой регулярный. Вот клубника была всю зиму у нас. Боже, насколько было хорошо. А сейчас вот уже жарче становится. И уже смотрю, что клубника уже все. Уже, видимо, сезон отходит и уже она гнилая. Скоро, думаю, сезон будет манго. Мандарины, апельсины тоже сейчас такие. Все, знаете, уже сухие и не очень вкусные. Вот здесь, смотрите, фуксия. Это вообще прям подросла. А вот уже красавица зацветает. Сейчас покажу поближе. Смотрите, как красиво. О! Уже и зацветает. А обрезали вот так, прям смотрите. Вот так пообрезали полностью. Вот уже зелененькие веточки. Да, у нас тут и котики гуляют. Да? Нравится тебе? Ты зеваешь, так нам пора уже спать идти. Кушать и спать. Идем кушать и спать.